Итак, всем привет, всем привет. И мы начинаем проходить нашего психо-тревора, нашу психованную GTA 5, в которой можно делать все что угодно. Что это такое у нас тут? Газстейшн такой. Ну ладно, не будем баловаться. Давайте только навесим парикмахера. Кстати, прикольно, нафига такой туманчик, пустынные улицы. Тревор даже квартиру не закрывает, так что пофиг. О, тату-салон тут, так что мы сейчас зайдем сюда. Потом тату-салон сейчас скажет, что закрыто. Да ладно, открыто. Круглосуточно. Здрасте. Постриги меня. Ага. Что у вас за варианты есть для Тревора? Прически длинные. Господи. Давай отрасти ему волос. Телочка. Сейчас мы будем... О, это по-нашему. Профессор Тревор. Борода. Я думаю, это многие сделали, так что ничего страшного. Мне так больше нравится. Вот это красавец, блин. Вот это я понимаю, блин. Вот это да. Эй, сколько у него бабла? Откуда у него 108 тысяч? Что, издеваешься, что ли? Подожди, Тревор сам богатый? Щербин заржал. Щербин, ты чё? Щербин, реально у него 108 тысяч, у остальных там по 6 тысяч. Ну все нормально. Ладно, все, Щербин, это, да. Так. Бежим в тату-салон, сейчас татуировку будем набивать Тревору. Еще его приодеть бы надо, перед тем, как миссию выполнять с ним. Что там, есть задний вход в тату-салон? Что у вас работает тут тату-салон? Я хочу себе татуировку крутую. Опа. Альмамо тату. Окей. Давайте посмотрим татуировки. Блять. О, господи. О, мне нравится вот такая вот приманка для глаз. Представляете, как эротично? Хотя нет, подожди. Все, стоп. О! А их потом убрать можем? Нет. Левая рука. А, у него уже есть Майкл Рип. Фига, у него Майкл Рип. Фига, так он даже в честь этого сделал себе наклейку, он нужен мёрз. Так, я думаю, вот так вот. И давайте что-нибудь на левой ноге еще. Там носок будет мешать. Ладно, хрен с ним. Спасибо, чувак. Теперь я крутой. Посмотрите на эту, посмотрите только на эту. Просто вот на руке, вот это ж красавчик просто, местный. Нам нужна тачка, стой. Сейчас мы по-треборски ее возьмем. Блять, не получилось по-треборски. Ладно, будем искать машину. О! Я, конечно, ничего не имею против, но просто у вас тут машина, смотрю, бездействует. Так что, ребят... А, нет, вон там еще круче стоит. Все местные побежали куда-то. Испугались. У нас буква Т появилась. Кстати, там кто-то смс-ку присылал, по-моему. Стоп, у него Windows Phone. Привет, Тревор, это Бред. Бред это. Из тюрьмы Тревор, надеюсь, ты в порядке, давно тебе не писал, охрана говорит. Ну ладненько. Так, лагерь. Да идите в жопу. А, подождите, что там, я могу этому что-то ответить-то? Да, пускай знает, что Майкл жив, а то хрень. Да новое поступление, окей. Так, новое поступление. Ух ты, если задать чего газ и снайперки, это для Тревора. Гонки по бездорожью в Лос-Антосе надо будет тоже навестить. Ладно, сейчас нам нужно переодеться. Для этого мы возьмем вот эту машину, все равно ни хрена не нужна никому, здесь никто не живет. Поэтому пока. Тоже недалеко, судя по всему, то, что на карте видно. Магазин одежды. Какой тут лучше съездить-то? Давайте сюда он. Погнали. Местная деревенщина едет переодеваться. А мне нравится, как за миссии за Майкла и за этого, за Франклина сразу исчезли. А как же бабло делить? Я чуть сейчас собаку чуть не сбил на переезде. Красота. Ну вот это прям вообще, вот я даже прям вообще. Прям вообще. Как вы поняли, я хотел объехать. Стоять! Теперь новую тачку искать.
Там едет машина. И там едет машина. Стоп, подожди, только не видишь, что это вернулась фишка из старых GTA. Вот там едет машина, отворачиваешься и... Нет. Что-то... Пси... Че, херел, что ли? Это было слишком нагло. Стоять! Никуда ты не объедешь. Ну-ка, дай свой эскалейт. Быстро вышел отсюда. Так, подожди, так как это Тревор... Все, теперь все нормально. Так, ну тут у нас спутники всякие, уютники, а мы объедем нам все равно не туда. Будем считать, что нам не на С. А потом туда приедем. Сначала переодеться надо. Прикольный такой пикап. Ладно. Офигеть тут местность, блин. Ты сколько ж тут всего... Я охренею просто. Ну, отлично, за мной копы. Да, сейчас переодеться из-за этого нельзя будет. Что сделать? О, так у нас столько денег, можем эскалейт потом затюнить наш. Давайте у нас будет не пикап, а эскалейт. Местная деревенщина будет немножко богатой. Ладненько. Потом посмотрим, что можно с эскалейтом сделать. Быстрее помогать. Блин, меня спалили. Сука. Почему он не работает? Потому что меня спалили? Блядь. Да ребята. Ну ребята, да... Там собака, что ли, пришли? Вы чё, ребят? Ребят, вы чё? Еще и песня моя любимая-то играет. Чувствую, потом надо будет точно Лос-Антос Кастомс. Отвалите от меня, пожалуйста. Уйдите, копы. У меня эскалейт, пока. Не трогайте меня. Дайте противнить его. Тут никто не найдет. Почему меня здесь тоже ищут? Ну, господи, ну давай, отрывайся, Тревор. Чувствую, серия будет долгой, потому что, учитывая, что мы еще... А, это тюрьма. Нашел, где спрятаться. Около местной тюрьмы. Там за мной вертолет уже. Две звезды, уже вертолет. Ай-яй-яй, не то стар... Так, меня вроде потеряли. Этот... Аэродром. Музыка суперская просто. Я не понимаю, как можно было такой гениальный саундтрек придумать вообще к игре. Так, нам точно нужно будет Лос-Антос Кастомс. Ну, давайте уже, две звезды, ничего страшного. Давайте стоять, правильно, подождем. Можно фару выключить. Подождите, а почему подсветка все равно тут? Ну ладно. О, все, оторвались. Давайте сначала переоденемся, потом посмотрим, что делать с этим. Будем с этой машиной или не будем. Блин. Не видел. Быстрее, давай, 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 давай. Что там, меня ищут? Стоп. Что там такое? Не понял. У копа деньги стырили? Коп, там как бы вон чувака деньги стырили. Да, конечно, сейчас поеду за ним и остановлю. Там коп рядом стоит, отстань. Да-да, мы, конечно, взяли. Давайте только оружие спрячем, не пугать всех людей. Здрасте. Есть еще у вас для меня? Нет, какую-то хуйню продаете. А, хотя... Блять. Это гениально. Так, погодите. Это просто гениально. Я даже сейчас не пожалею, червень, сейчас тебе фотку пришлю. Это гениально. Все, я вот так вот оставлю. Потому что это просто супер наряд, ребят. Заценивайте пока он на ваших экранах, вот червень, ну, сфоткаю ее сейчас. Это просто типичный Тревор. Вы представляете такого убийцу, просто позитивный убийца такой? Я просто представляю, что бегать на миссиях вот этим вот человеком. Еще вин, я отправил. Так, беру. А, штанишки. А, ну да, не нужно. Ботинки. О. Нет, не надо. Хочу ботинки посмотреть. А, типа ботинки уже с этим костюмчиком идут? Ну окей. Чебин, ты глянь на моего чувака местного, сельского. Жителя.
Ладно. Так. Что будем делать с машиной? Может ему ездить на багги, хотя он не тянет на багги. Блин, покруче была машинка-то. Так, давайте подождем, что еще проедет. Вон там. Да, трактор затюнем. Угу. А, так сейчас пока только можно за Тревора играть. Я хотел переключиться, посмотреть, может у них есть. Майкл и Франклин залегли на дно после... А... Так, а что за тачка едет? Эскалейд тоже? Нет, что-то другое. Блин, такой джип-то ему больше пойдет. Но он все-таки побольше. Сейчас попробуем его протюнить тогда. Там он свидетель. Ну ладно. Вот это вот джип, блин. Для настоящих таких дорог. Так, ну чё? Это авторепейрс или все-таки West Coast? Фига там погоня. Здорово, ребят. Так, не, броня мне не нужна. Наверное. У вас это как-то не это не симпатично. Улучшение двигателя. Ускорение. Хм. Пускай будет у нас немножко. О, клаксон грузовика, фары. Ну, да, конечно, ксеноновые. Номера. Я не понимаю, свои номера можно писать или нет? А, я туплю, либо чё? Щербин, ты не помнишь, где там свой номер написать? Ну ладно. А машину помыть нельзя было? Блин. Матовый. О, матовый черный. Классно. Не, металлик говно. Металл тоже не очень. Матовый, о, вообще. Дополнительный цвет. Матовый, черный. О, вообще тема. Смотрите, какая тачка. Ну, немножко занизить. Хотя у нас, блин, не дорога, поэтому не надо. Трансмиссия. Да что-то нет, спасибо, не надо. Турбонаддув. Ого! Колеса. Что значит модифицирование колес? Черный дым по крышах, синий дым по крышах, оранжевый дым по крышах. Пули стойкие? Да нет, такого не дойдет дело, я думаю. Ну и дым по крышах это не очень. Колеса, внедорожник. Ё-моё. У нас сейчас прям будет вообще точило-то у вас. Вообще супер. Так. Эксклюзивные? Чё тут из эксклюзивов-то? Блин, офигеть тюнинг тут, конечно. Вот это. Или... Во, мне вот это нравится колёс. Все, зашибись. Так. А, цвет колес можно регулировать? Да, они как... А, обода. Ну, не знаю, красненький можно было зафигарить. Или оранжевый пускай будет, вообще темы смотрится. Прям супер СС у нас. Супер спорт. Я бы затонировал, ну блин, хотя ладно, пускай будет такой, такая тонировка. Во, блин, вообще тема. Все, пальцы вверх за тачку, мы ее до утра аж тюнили. Ксенон, блин. Гудок такой. Вот эта тема. Вообще, я прям вообще кайфую. Только я не особо вижу ускорение у нее, ну ладно. Будем считать, что она есть. Так, ну едем на букву С, я думаю. Вообще, я кайфую от своей тачки. Так. Букву С. Тут сейчас, походу, мясо начнется какое-то. Потому что этот мимо проезжал, сразу начинали меня наезжать. А, не, вроде все нормально. Так, я свою эксклюзивную тачку здесь бросаю. Охренительно просто. Сейчас, подождите, я скриншот пришлю просто своим. Так. Делать... Так, все, сейчас. Это просто... Это шедевр. Просто пальцы вверх за такой ставим, потому что я даже не знаю, что еще сказать можно. Так, ну давайте, все, С. Надо хоть миссию пройти одну. А то серия выходит такая бесполезная. Так. Че тут?
Чё я тебя все еще? Так, слушаем диалог, короче, тихо. Ну так посмотри на этого клоуна в розовом. Ой, всё в голубом. Почему он сказал по-русски, да я победил? Шермин до сих пор не глянул мой скриншот. Опа. Китаец пришел, мистер Ченгин. Ну, психанутый, что ли, какой психованный чувак, ничего. По-моему, ему плохо. Нет, за мою машинку перепарковал в другую сторону. Да-да-да, Тревор Филлипс Корпорейшн, серьезная фирма. Ушатал бы его Тревор. О, чувак, зацени сейчас мою тачку, короче, новую. У меня сейчас рука, правда, через дверь прошла, но это не важно. Доберись до лаборатории по производству льда. У нас тачка тут грязная. Ну ладно. Шеф? Какой шеф? Ацтеки теперь типа в этом тусуются, короче, в пустынях. Офигенная тачка, я никак не нарадуюсь. Главное не разбить. Хе-хе-хе, ладно. Будем считать, что это боевые царапины. Чувак, сейчас тебе не повезет, если ты тупая курица. Все нормально. Итак, мы за льдом приехали, да? У нас мало времени. Эй, Шеф, где твои манеры? Да-да. Особенно вот этот тут. Эй, а я что-то не понял. Нормально вообще? Да. Наркоман. Опа. Так, начинается веселье. В таком костюмчике. О, на черный гель. О, че на заправке мы решили все устроить? Фига вы тут наркома, вы что издеваетесь? А, фига миско такое. Вы мой костюм запачкали, алло. Так, я злой. Все. Ты еще живой? Ого, какой-то дрифтун тут. Чё, куда? Алло. Перезаряжайся ты. Не простреливается. Так, ладно. Чё, в соседней комнате, что ли? Так, сейчас им будет жопа. Так, зашибись. Фух. Еще не обосрался. Так, ребятки, есть еще? Все, зашибись. Так, Тревору все мало. Ну, в таком костюмчике, конечно, мало. Обходит... как обходит занят? Ты что, издеваешься? Китайцы, там китайцы как, в порядке хотя бы? Минус один. Минус два. Минус не ноль.
Минус еще. Еще минус. Еще минус. Еще минус. Нет, не минус, кстати. Че, издеваетесь? Вот это, блин, мясо. Фига с одного патрона его положил. Что? Что? Гранатомет? Издеваешься? Ладно, давай сделаем вот так. Че, ребятки, вы что-то хотите еще? Вот так лучше. Пипец мясо. Че, чувак, куда, куда, куда? Окей, погнали, чувак. Побольше таких мясных миссий. Да шеф, за шефом беги, блин. Клоун. Да идем, идем, идем. Та-та-та-та-та. А, где? А, что? Да садись, ляж. Да садись, ну в смысле, да. Да в смысле, да возьми ты оружие в руки и сядь, алло. Конец. Да, блин. Еще один остался. Новых выглядывай. Выглядывай! Все. Немножко разнесли магазинчик, ну, в принципе. Вернись в лабораторию, расскажи. Блин, надо было их тоже замочить. Пора выпустить наши пацаны. Так я что-то не понял, почему мы их сюда... А, типа они хотели их убить, что ли? Что-то не их жалко. Я чувствую, этому понравилось. Там что, холодно, что ли? А, идиот? Это Жайс. Нашли, куда их было. Так они же заболеют, нафиг. Стоп. И стрейдеры опять. Просто игнорируются контракты. Ой, я пишу контракт, просто игнорируются трупы. Все нормально. Ну все, зашибись, что, миссия вообще просто супер за Тревора. А где моя тачка только мне? О, а нет, стоп, кстати, может эту здесь? Нетушки, я делал ту не просто так. Где моя... О, вот она. Ну все, ребятки. Чен младший нам доступен и простой чен. Поэтому все, машину сейчас поедем. Она, в принципе, и так наша уже сохранилась. Немножко грязная, но и хрен с ней. Поэтому все, в следующей серии будет тоже мясо, я думаю, за Тревора. Поэтому ждите новой серии. Всем удачи, всем пока.